Здесь, если копнуть поглубже, целая железнодорожная мафия кормится. А мне нужны настоящие обученные ребята, чтобы ни одна бандитская сволочь даже подумать не могла, что у нас здесь главное. Боевой офицер. Ты их прям как диверсанты экзаменуешь. Я их отбираю, как отбирали меня, по-другому не умею. Возглавил железнодорожный спецназ. Тоннели, мосты — это все стратегические объекты. Здесь тоже идет война. Там в купе еще два трупа. Ковойный лейтенант. И его долг. Наша задача – организовать засаду у моста в том месте, где поезда притормаживают и уходят на главный ход. Защитить магистраль от бандитов. Поезд прошел, все спокойно. Магистраль. Премьера. 9 и 10 декабря в 20:00 на НТВ.